Всем привет, я Ксюша, расскажу вам про игровой набор Wing Studio Mode. В этот набор входит множество различных предметов. Из него можно собрать такой замечательный подиум для ваших кукол. Также на этот подиум можно вешать одежду, ее можно вешать в шкаф. Еще в этот набор входят заготовки кукол. Все 6 персонажей, куклы одеты в купальники. Нам необходимо их вырезать и установить на специальной подставке. Также здесь есть различная одежда, модели одежды для каждой куклы. Ее мы можем раскрасить на свой вкус входящими в комплект фломастерами. Еще здесь есть замечательные трафареты. При помощи них мы можем изготовить одежду из любой входящей в комплект ткани. Ткани разные, есть с сердечками, со звездочками, с кружочками. Все очень красиво. Нам необходимо просто взять специальный такой вот держатель, установить сверху на него ткань, сверху накрыть ее трафаретом, разукрасить это все, обрисовать, а потом мы вырезаем и наклеиваем на куклу. Таким образом, мы можем создать комплекты одежды на наш вкус. Кроме того, в этот набор входят специальные наклейки, которыми можно украсить подиум. Здесь есть наклейки с изображением феи Винкс, феи Блум. Также есть с логотипами Винкс, с сердечками. Очень красивые. Еще здесь есть стразики, при помощи которых мы можем украсить наш подиум, либо украсить одежду. Стразики выполнены в виде звездочек, кружочков, сердечек. Они двух различных размеров. Еще в этом наборе есть замечательные наклейки. Они для каждой феи. Здесь есть обувь, также есть наклейка с питомцем. Есть различные наклейки с цветочками, сердечками, солнышками. Очень красивые. Также здесь есть другие замечательные такие вот картинки, которыми мы можем украсить наш подиум. Ваш ребенок сможет создавать свою коллекцию одежды, сможет играть в этот набор, и он надолго займет досуг вашего ребенка и станет отличным подарком. Можете приобрести этот товар у нас в Москве на улице Павловская, дом 27, или заказать его с доставкой курьером, либо по почте. Детские товары. Накупиребенку.ру. Москва, улица Павловская, 27/29. 3 минуты пешком от станции метро Тульская.